Друзья, ездили мы только что за Реечкой, и тут в магазин заехали, припарковались. Смотрите, какой аппарат с фаркопом, такой почти как фаркоп на залупазе был. Сигналочка мигает, дверь, правда, полуоткрытая. Блин, аппарат просто серьезный. Там ковш стоит, что ли? Не, просто сиденье. Ну, короче, зверь, машина. Сейчас Рейку покажу. Так, друзья, ну что, вот Реечка. Реечка наша новая. Реечка новая, значит, сейчас покажу Реечку. Заезжаю на территорию. Ребята стоят, ковыряются возле остатков кузова. Я выхожу, они так еще посмотрели, когда я заезжал внимательно. Я к ним подхожу, и они спрашивают: ну что, на Запорожце Рейка сломалась? Я был в шоке просто. Говорят, мы смотрим. В общем, смотрят все, я так понял, уже много кто. Может, не все, но многие. Рейку давайте, кто не видел, еще раз, что случилось, покажу. Вот она в этом месте, как рассказали мне опытные люди, которые дрифтом занимаются и связаны с ним. Вот тут она лопается. И все. Ну, а новая... Сейчас тряпку дали мне. Новая целая, говорит... Сейчас давайте на свет покажу. Новая целая, говорится, с моей машины. Он себе с гидроусилителем поставил. Подсказал хорошее очень решение, которым дрифтеры пользуются. Там тоже экстремальные нагрузки. Ну, Рейка один в один. В общем, 30-й кузов. Спасибо Данилу. Познакомились. Сделал мне еще скидку. Говорит, если на Запорожье цена упала почти в два раза на Рейку. Так что почти бесплатно нам он ее подарил. Можно так сказать. В общем, завтра будем ставить. Кто переживал там, что задержка. Сцепление. Сцепление у нас было новое вообще. То, что произошло. Так, давайте тут закрываем. Значит, сцепление было новое, ставилось, причем заводское, хорошее все. Ну, из-за того, что попадало масло, кто видел, кто не видел. Из-за этого проблема была. Что хотел еще рассказать, он зеленая мечта стоит. Значит, диск, наверное, возьмем Валио. Корзина, в принципе, ну, новая, видно по ней, нет там вопросов никаких. Диск возьмем Валио. Он, сказали, чуть-чуть толще, там на какие-то десятые миллиметра, может, на миллиметр. Не знаю, померяю даже завтра специально. Ну и будем собирать уже завтра, пробовать. Может, даже если успеем собрать, то и сделаем тест-драйв сразу с новой Рейкой, с... В общем, завтра, может, даже успеем. Ну, не факт, конечно, что успеем. Смотря во сколько я доеду. Отправили нам еще запчасть на рулевую колонку сегодня. Спасибо огромное. Луаз Дизель. Бомба. Канал. Так подписан человек. Значит, посмотрел я, как мы катались. С Яниной камеры, со своей. Ну, я думаю, после воплощения решения, которое подсказал Данила, по рулевому механизму, будет просто очень бомбезно. Будет очень бомбезно. Шницера, кстати, мои тоже на залупазлик подойдут. Потому что теперь любой бэховский диск, у меня там еще 18-й есть. А завтра возьму еще, кстати, диски 15-е, которые подходят для доезда. Будем все-таки на той резине ездить нереально, я уже говорил. Для доезда будет 15-я у нас простая легковая шина, поуже, полегче, на которой будет легко и быстро передвигаться по дорогам общего пользования. Ну и я думаю, будем просто быстро менять на месте. Товарищ
Максим у меня есть, ну не наш Макс, а на работе еще есть Макс, у меня тоже хороший друг, всегда помогает, мне с Америки заказывает запчасти. Значит, да, проставочки, кстати, он на Залупазл заказывал. Шуруповерт электрический, обалденный он себе купил, он сам себе чинит. У него джип Wrangler такой, вылизанный в идеале вообще. И Dodge Ram, правда, заднеприводный, но он эксплуатирует чисто в городе. Ну и говорит, себе заказал шуруповерт электрический, просто бомба, откручивает почти все. В общем, ну пока его нету, потом как-то купим, и нам сможем на оффроуде собака-барабака быстро менять шины, диски. В общем, так, эта дворняга живет у нас во дворе. В общем, всем пока. Такая информация хорошая на сегодняшний вечер. Рейку будем все равно, это пока временно, ставим, будем переделывать, чтобы не было таких сюрпризов, как были в субботу. До встречи, друзья.